неправильно данного транспорта соответственно. Игорь Викторович, предлагаю вам пройти освидетельствовать на состояние алкогольного опьянения на месте. Вот он у нас прибор, вот она поверка. Смотрите, действительно до 11 декабря 2018 года. Вы согласны против освидетельствовать на состояние? Да. Согласны, да? Так, вот значит смотрите, вот вам трубочка, распечатываете сами, она абсолютно целая. Сами распечатываете, сами открываете. Сейчас проверим степень вашего опьянения. Дуем продолжительно долго, до щелчка, я скажу, когда хватит. Хватит. Долго занимаюсь. Сейчас что-то покажу. 0,70 промилле. Это очень много. Установлено состояние алкогольного опьянения. Так, значит, вы сегодня выпивали? Да? Вчера вроде. 0,70 сотых. Вы представляете, сколько вы выпили? А? Я вроде алкоголь вообще сильно не пил. А 0,70 это большая доза. Еще раз вам повторяю, предлагаю. Вы согласны с данным результатом или что? Ну, поедем в больницу. В больницу все-таки. Значит, и пишите вот здесь. Вы согласны с результатом или нет вот здесь? Нет. Не согласен? Значит, пишите. Не согласен.